Всем привет, дорогие друзья, с вами Владимир, добро пожаловать на канал Apple Expert. И сегодня прошла отличная презентация WWDC 2020. И сейчас я вам расскажу все, что у нас было. Ну, некоторые слухи наконец-то подтвердились. Новенькая iOS 14, новый рабочий стол, виджеты прекрасные, то есть можно менять все классно, погодку, еще какие-то, какие вам нравятся, переставлять, менять, ну вообще как полноценный Android, елки. Анимоджи также новая, Siri, вызов с любого приложения, очень удобно, не мешает, теперь вы всегда остаетесь на рабочем столе, Siri вам ответит. Групповые SMS, множество анимоджи, новые карты, то есть теперь карты будут измерения маршрута, то есть вело, либо пешком, либо на автомобиле, это не важно, предоставление информации, какой был путь пройден, какое время, отзыв даже можете оставить о маршруте и так далее, и так далее. Очень интересно, поэтому здесь круто, совершенно новые эмодзи, переработанные, очень много различных эффектов добавлять, кепочки и всякое-всякое. Также вот можно делиться конкретно SMS с людьми и все остальное конкретно выделяете кому, пишите текст, и это теперь очень удобно. Масштабирование карт, просмотр улиц полностью, как пешком пройтись, очень классно, круто. Эти все новые фишки нас ждут в новенькой iOS 14. Также доступна теперь новая функция с iOS 14, это CarKey. Вы теперь можете открывать автомобиль через NFC с помощью вашего телефона и делиться вашим ключом. Apple Clips – это совершенно теперь новая функция. Вы теперь можете сканировать QR-код любого товара, либо штрих-код, и вы сможете прекрасно скупиться в любом магазине. Также точно вы можете перейти в браузер Safari и там все купить. iPadOS 14 – это теперь совершенно новый дизайн, редизайн виджетов, новый слайд-бар, календарь, которым более стало эффективно, удобно пользоваться, музыка, караоке. Точно так же, как это на iOS было. Siri, точно так же удобный поиск любого приложения. Очень маленькое окошечко вызывается, как голосом, так можете прожать пальчиком. И все это будет классно. Звонки, виджет звонка теперь более удобный. Вы можете его смахнуть. И он будет не отбитый, также останется просто в неотвеченных, заглушенный. Потом перезвоните. Удобный поиск. Очень быстрый, классный и вам понравится. Apple Pencil – это еще один прорыв, это копирование текста удобно, выравнивание геометрических фигур, удобный поиск, делиться с контактами, пропись в поиске и так далее, и так далее. Очень много интересного. Совершенно новая версия AirPods Pro, более стабильное соединение, улучшенное качество, звук пятиканальный, теперь Dolby Atmos, когда вы будете смотреть на устройстве, они будут синхронизированы датчиками, будут поворачиваться с вашим экраном, это будет очень круто и эффектно. WatchOS 7 совершенно новенькая, больше виджетов, больше плавности, больше циферблатов, карты, измерения маршрута, какое было преодолено расстояние, какое время пешком, на автомобиле, на велосипеде, поставить оценку о дороге, измерение активности человека, танцы, бег, плав, ну неважно что это может быть, прогресс, хранение фитнес данных, измерение пульса, сна, содействие shortcuts. И также очень интересное есть приложение, которое показывает, сколько раз вы помыли руки. Очень интересно, тактильные датчики будут содействовать с вами. Приложение HomeKit теперь проще в использовании, больше приватности, удобно всегда. То есть слежка камеры, датчики движения, настройки света, цветочувствительности, изменение света, камера, датчик движения, распознание лица и также запись видео. То есть совершенно новый подход. Новые функции. У Apple TV теперь есть лозунг, это как музыка, игры, фитнес, тренировки, трансляция видео с iPhone, Apple TV+, новые фильмы, сериалы, которые предоставлены. Очень эффектно, классно будет посмотреть, как всегда нас подкупают совершенно новыми эффектами, фильмами, производительностью и качеством. Этим отделяется Apple. Ну и, конечно же, новенькая macOS Big Sur. Быстрая, мощная, новый дизайн.
как вам, дорогие друзья? Меня больше всего впечатлило iOS 14. Я бы хотел ее накатить. Я себе уже приобрел другой телефон. Это XS на 64 гигабайта. И я, скорее всего, ее накачу, как она будет только доступна. И мы с вами посмотрим все эти новые фишки, как она будет работать и так далее, и так далее. Если вам понравилось видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропускать мои новые видео. Всем пока!